И всем привет, уважаемые зрители, и это мой первый анбоксинг в этом году, в 2015 году, и это я заказывал на сайте AliExpress. Вот я в прошлом году сайт вам в описании или в комментариях писал, так что вы можете написать мои подарки за 2014 год или на 2014 год, и вы увидите этот сайт. Вот так что решил ночью, как раз сейчас примерно час где-то, скоро по второму будет, так что я как раз не показывал картиночку, потому что здесь нарисовано, что здесь получу. Вот, давайте я открою, надеюсь, меня видно окей, нормально, то есть, вот, только сейчас мы посмотрим, с какой стороны открыть, нормально. Вот, так что, вовсю поели, попраздновали, так что, короче, вот так открою, ребята. Вот, так что, эту коробочку оставлю, потому что сюда можно ложить, вот. Так что я еще не знаю, буду ли еще заказывать на этом сайте. Но трансформеры там есть, поэтому там можно покупать. Так что кто коллекционирует, как я, трансформеры, советую покупать, потому что там действительно некоторые есть трансформеры, уже там так дешево стоят, что и в магазинах ты за такую цену купишь. Ну а есть такие, так сказать, хотел сервера сказать, есть такие, так сказать, ну, не магазины, где там сдирают денег, так как и в магазине, что и нет смысла. Так что надо там смотреть, так сказать, можно, так сказать, и хитрить. Так, это мы... Ой, я там кое-что видел, уважаемые зрители. Вот. Но открывайся, отлично. Так, сейчас мы ножичек задвинем. Да, это такой строительный ножичек, сейчас вам покажу, вот дома. Валялся, думаю, ну надо открыть, не будешь кухонным этом. Так, открываем. Ой, ребята, ой, картинку вам нельзя смотреть, хотя вы и так, наверное, увидите. Ой, вообще обалденная тема, уважаемые зрители, и это, да ну нафиг, и это Transformers Revenge of the Fallen Human Aliens, Bumblebee and Sam with Wiki. Вот, и скажу, классный, вот, робот Sam with Wiki, это обалденный. Вот, надеюсь на то, что это подлинный, потому что коробка, я вижу, она настоящая, вот. Все настоящее, только вот это мне не нравится. Ой, чуть не выпало. Вот это мне не нравится, на китайском написано, молодцы просто. Вот, картиночки, вау, здесь еще и Мегатрон. Я там все покажу, только мне самое главное, чтобы был Autobot символ, потому что здесь написано Камара, я это думаю, что это настоящий. И могу сказать то, что... У меня теперь есть три Human Aliens. Это Barricade with Frenzy, Leadfoot and Sergeant, как-то там, и Bumblebee with Sam with Wiki. То есть я смотрю, они мне там стоят. Так что вот такой мой анбоксинг. Надеюсь, он вам понравился, потому что трансформер очень классный. Вот, тем более с человечком. Так что надеюсь, вам он, Bumblebee, понравился. И потом я вам покажу обзорчик на него. Так что, ой. Так что, надеюсь, вам видео понравилось. Ставьте пальцы, комментируйте, подписывайтесь. И на это все. Всем пока, ребята.